едем по долине реки Тары слева. Но солнца нету тут. Низкая долина. Машин нету. Больше 60-70 не разгонишься. Встретили только два кемпера, два мотоцикла. А машин совершенно не помню. Так прикольно, конечно. Говорят, одна из самых красивых дорог на Балканах. Ну да, наверное. Ну хотя на Балканах, конечно, да. Вообще красиво. Еще кто-то куда-нибудь влево свет идет, ну вот деньги такие, да. Памятник. Это кто, гонщик? Ого! Нифига себе! Вон речка. Офигеть! Спасибо.